Если мы... Выгоните, пошли, все, вы идете, да? То есть вы сначала задача будет. Коммуникатор с пострадавшим, пострадавший не может ползти. То есть мы говорим, можешь ползти, он не может. Базовые элементы, которые мы, грубо говоря, это конструктор, да, это маленькие детальки, а ситуация это конструктор, где мы складываем. То есть это не панацея все это, да, просто где-то это можно применить, в зависимости от конкретной какой-то ситуации. Делаем очень медицинский, проговариваем, чтобы не забывать. Даже если раненый будет в сознании, настоящий раненый, да, ему приятно это слышать, психологический момент, что человек с ним работает, который разбирается в этом. Вот. Поэтому все, всем спасибо. Спасибо, Володя. Спасибо.